Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот банда с курицей ходит. Уже у нас первый день лета. Скоро курица их начнет прогонять от себя. У нас были утраты. Невосполнимые. Скорее всего, ворвался какой-то дикий кот. Ну, теперь... Те, которые остались, они уже умнее, сильнее, быстрее. Поймать их практически нереально. Клочка их защищает в меру своих способностей умственных и физических. И вот, как видите, они сейчас ходят у нас по траве. Поэтому особо не требуют за собой никакого наблюдения, ухода. Ну и, как видите, они чувствуют себя прекрасно. Главное, что трое ее вон в кучку ходят, все целые. И какого-то перца они черные. Петя красный, какая она гуляла. А эти с лысыми бошками вообще, Петя увидит, офигеет, скажет, ты где их взяла? В общем, наседка самый лучший кормилец, поилец и отогреватель в мире. Если есть наседка, которая села на яйца, и они даже там особо не вылупились, есть смысл прикупить цыплят суточных, подсадить, и они прекрасно вырастут, прекрасно будут водиться за ней, ходить, она их будет водить. В общем, все будет у них замечательно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.